Нет, у меня все видово, у меня все выйдут, ничего от этого курка. Сейчас. Рабо еврейских движений послали сюда. Все думали и были уверены, что еврейство на Украине, еврейские общины на Украине не имеют будущего. Приветливые, очень, как это по-русски слово? Гостинные. Толерантные, правильно, толерантные. И мы очень благодарны за это. Наша страна тоже требуется сделать больше для страны, для народа. Мы стараемся, но мы тут навсегда. Собираются сегодня представители больше чем 100 городов Украины, городов Украины, которые являются, по большому счету, носители свет, иудаизм, любовь, доброта. И работа, которая на самом деле в течение 25 или больше лет уже работает в Украине. Получается, что наше еврейство, оно дало мировое еврейство очень много. Есть евреи в Аргентине тоже, но кто о них слушает? Кого они интересуют? Евреи в Бразилии. Украина, мы главные новости всегда. Наш еврейский президент. Так как он отвечал, добили на него или не добили, зависит судьба президента Америки. То есть, потом Трамп, это самый главный человек, самый сильный, влиятельный человек в мире, надеялся на то, что наш президент Зеленский скажет, что на него не так давили, а так давили, если не считается давление, и Трамп счастлив, и он будет следующий президент Америки, который поможет Израилю и поможет евреям во всего мира. Еще раз спасибо вам. Я очень рад, что вы отмечаете такое важное событие, и надеюсь очень скоро встретить вас у нас на Святой Земле.